Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар. Мына бүгүн үчүнчү жолу жогорку кеңешке сиздердин астыңыздарга өкмөттүн курамын, структурасын жана ушул программасын киргизип атабыз. Программа менен структурада эч кандай өзгөрүү болгон жок. Өкмөттүн курамында анча-мынча бир 15-20% өзгөрүү болду. Ошол өзгөрүүлөр менен мына сиздердин астыңыздарга келип отурабыз. Окуп коёюнбу составын, Канат Кедейканович? Окуп коёлубу? Проект. Состав правительства Кыргызской Республики. Жапаров Садыр Нургожоевич. На должность премьер-министра Кыргызской Республики. Новиков Артем Эдуардович. На должность первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Равшан Сабиров Равшан Азатович. На должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Мамытканов Максат Суюналиевич. На должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Исмаилова Аида Джекшенбаевна. На должность вице-премьер-министра Кыргызской Республики. Аманбаев Бактыбек Абдылашимович. На должность руководителя аппарата правительства министр Кыргызской Республики. Мухамбетов Санжар Турдукожоевич. На должность министра экономики Кыргызской Республики. Мухашев Кыялбек Белекович. На должность министра финансов Кыргызской Республики. Чодуев Эркинбек Ураимович. На должность министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Бердалиев Бакыт Чырмашбаевич. На должность министра транспорта и дорог Кыргызской Республики. Джаманкулов Марат Тургунбаевич. На должность министра юстиции Кыргызской Республики. Казакбаев Руслан Айтбаевич. На должность министра иностранных дел Кыргызской Республики. Ниязбеков Улан Омоканович. На должность министра внутренних дел Кыргызской Республики. Аджикеев Бообек Ергешевич. На должность министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. Бейшеналиев Алымкадыр Савердинович. На должность министра здравоохранения Кыргызской Республики. Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич. На должность министра образования и науки Кыргызской Республики. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич. На должность министра труда и социального развития Кыргызской Республики. Кадырбеков Нурджигит Кадырбекович. На должность министра культуры, информации и туризма Кыргызской Республики. Сагынбаев Жыргалбек Калмуратович. На должность председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики. Исмаилов Алтынбек Джапарович. На должность председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики. На должность председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, номенклатура президента Кыргызской Республики. Должность председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики, это номенклатура президента Кыргызской Республики. Мына ушундай состав менен.